Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Константин Кугучин, Бентус Лаборатория. Здравствуйте. Добрый день. Мы с вами уже знакомы, общаемся не первый раз. И давайте, наверное, пообщаемся о вашем бренде Sanitel, пообщаемся о новых продуктах, которые вы нам обещали в предыдущее, вот на прошлое наше общение. Да, но мы обещание свое выполняем. Вот, безусловно, нам приятно это делать. Вы можете увидеть, здесь представлена уже наша новая линейка. Физически можно пощупать, посмотреть, потрогать и даже попробовать. Вот, это прежде всего детская линейка, о которой мы говорили с вами некоторое время назад, и линейка мыла дезинфицирующего, причем это мыло, которое действительно работает, это не маркетинг, когда мы говорим о том, что есть дезинфицирующие свойства, и различные государственные органы даже подтвердили, что на самом деле является уникальным, подтвердили, что оно работает против таких серьезных инфекций, как туберкулез, например. И при этом его можно использовать в самом обычном бытовом режиме, просто быть спокойным лишний раз за свое здоровье. И все по вашей традиции с заботой о коже рук? Безусловно, да. Это то, что мы пронесли сквозь годы своего существования. Уже почти 20 лет компания на рынке. И наше партнерство с крупнейшими мировыми игроками действительно тоже, в общем, внесло в это определенные основы, которые мы пронесли до сих пор. Замечательно. Давайте немножко пообщаемся. Вы спикер нашей деловой сессии. Давайте немножко о вопросах, какие там обсуждались. Ну, для нас был очень простой вопрос, и, как говорят, вот наша тема, да, то есть мы говорили о качестве как KPI. И причем в названии темы звучало качество как новый KPI, и один из спикеров отметил, что почему это новый. Вот. Ну, для нас это действительно то, что прошло сквозь весь период нашего существования, там, с начала 2000-х годов. И я говорил о том, что качество для нас это в действительности не KPI, а просто принцип существования компании, потому что в противном случае мы просто сегодня, возможно, либо не существовали бы, либо существовали в какой-то иной форме. Поэтому, наверное, параметр качества – это как раз та стратегическая, скажем, база, на которой мы работаем до сих пор. Это, безусловно, идеология. И эта идеология требует применения определенного, вполне конкретного инструментария, управленческого, идеологического, и мы со всем этим живем в нашем бизнесе. С вами общаться о ваших планах на самом деле очень приятно, потому что потом мы можем подтвердить, что все было сказано не зря. Поэтому хочется сразу задать вопрос, какие новые планы, какие новые продукты, какие идеи вот, посещают вашу компанию? Ну, следующим нашим шагом, на самом деле, это правильный брендинг, я бы сказал, линейки бытовой химии, потому что сам продукт уже готов. Мы тоже вынашивали в планах его выпуск в самое ближайшее время. Вот. Но, как всегда, у производителей есть, так сказать, какие-то технологические моменты. Нам требуется кое-что подкрутить с тем, чтобы выпустить уже максимально качественный продукт. Потому что вот те образцы, например, которые мы сегодня демонстрируем, это мыло с антибактериальным эффектом или дезинфицирующее мыло. И линейка детской продукции, это прежде всего шампуни, без слез для детей 0+, 3+ и так далее. Это то, за что мы уже отвечаем, то, что нам самим нравится, и с точки зрения визуального, так сказать, фактора, и с точки зрения содержания, то здесь мы предпочитаем еще подработать. Вот в самое ближайшее время обещаем, что тоже доделаем. Спасибо вам за это, потому что, мне кажется, многие производители вначале выпускают на рынок, а потом начинают что-то доделывать. Спасибо, что вы изначально думаете о качестве. Удачи вам в вашем деле. Спасибо большое.